Головокружительные прыжки, вращения, поддержки и скольжения. Юные фигуристы из спортивной школы Одинцова продолжают свои тренировки на льду и успешно выступают на областных соревнованиях. Школа наша работает в будни с 12 часов до 6 вечера. Тут присутствуют различные возрастные группы, начиная с юного фигуриста и до кандидатов в мастера спорта и выше. На льду 32 фигуриста. В основном в Ледовом дворце занимаются дети от 4 до 16 лет. Ребята уверены, что регулярные тренировки – путь к профессиональному спорту и большим победам. У меня уже есть второй юношеский разряд. Я, честно, не вспомню, где уже участвовала, много раз уже участвовала. Сейчас готовлюсь, скоро поеду на первый юношеский разряд. Я хочу стать олимпийским чемпионом и поучаствовать, наверное, в чемпионате Европы. Занятия распределяются в соответствии с календарем соревнований Федерации фигурного катания Московской области. Работа по постановке новых программ идет круглый год. Спортсмены накатывают их под руководством хореографа. Но поддержка тренеров в этом процессе просто необходима. Сложность постановки программ заключается в том, что маленький ребенок, мы начинаем там с 6-7 лет, нужно объяснить, как правильно двигаться под музыку, показать какой-то характер музыки, да, объяснить, откуда та или иная музыка, то есть это фильм, это какой-то народный танец. Наиболее важные вообще в России это, конечно, этапы Кубка России, чемпионаты, первенство России. Какие-то дети, которые уже у нас закончили, участвовали в них. Сейчас подрастающее поколение уже растет. За год юные фигуристы успевают объехать всю Московскую область и поучаствовать в соревнованиях. Упорные тренировки и настрой на победу – залог успешных выступлений, уверены юноши и девушки. Остается пожелать им удачи. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».